Пожарные районы проверили безопасность стоянок. Под внимание попали крытые паркинги района. Только за прошлый год, по информации пожарных, в районе сгорело 100 автомобилей. Чаще всего причина возгорания – некачественное оборудование, которое устанавливают свои транспортные средства сами водители. Страдают в таком случае, как правило, не только неисправное авто, но и машины, припаркованные рядом. Чтобы сократить статистику пожаров, МЧС проводит профилактические проверки на автотранспортных предприятиях, стоянках и паркингах района. Объясняем людям, что необходимо очень тщательно следить за системами топливными и смазочными, потому что попадание горючих и легко воспламеняющихся жидкостей на раскаленные части двигателя это становится причиной пожара. На стойках сотрудники ведомства оставляют памятки с перечнем несложных правил техники безопасности. Так, например, советуют чаще проверять состояние изоляции, а установку сигнализации доверять только профессионалам. Особое внимание водителям следует обращать на подтекание жидкости, запах горелой проводки в салоне, а также перебои в работе ламп или тусклый свет. В багажнике каждого автомобиля на случай пожара должен быть огнетушитель, а в телефоне записан короткий номер экстренных служб 01 или 112.